Бхагаватам, Махавидьяла, Искон, начинает очередное образование. Вернее, оно уже идет, просто придумана новая форма, хорошая, удобная форма для изучения Шримад Бхагаватам. И целый год преданные будут изучать его в определенной форме. И этот курс предназначен именно для русскоязычных преданных также. На протяжении всего года они будут получать общение опытных преподавателей. И в течение года они будут читать Шримад Бхагаватам по определенной форме, очень удобной форме, несложной как раз для людей, которые не могут найти время, чтобы полностью погрузиться в Шримад Бхагаватам. Но раз в неделю, если вы будете читать одну главу Шримад Бхагаватам и встречаться с вайшнавами, которые будут давать лекции тоже раз в неделю, а можно так или иначе поддерживать свое духовное здоровье и проникать в суть Шримад Бхагаватам, потому что наша жизнь, она должна превратиться в жизнь Шримад Бхагаватам. Мы оттуда должны вычерпать или выпить весь этот нектар игр Господа и его преданных. По сути дела, мы для этого и пришли в этот мир, чтобы понять игры Господа и служить там, устраивая разные мероприятия для и преданных, и для Господа. Но для этого нужно изучать Шримад Бхагаватам, чтобы мы могли вписаться в эти интересные трансцендентные игры на Голоке Вриндавана. Мы должны вернуться туда. Шримад Бхагаватам поможет нам в этом, потому что он прокладывает нам дорогу туда, освещает путь. Поэтому очень благоприятно будет, что преданные участвовали в этом мероприятии. Этот курс, он бесплатный, то есть там не нужно ничего платить, просто цена только одна — наше желание и наши усилия. Поэтому я всех преданных русскоязычных, кто еще не проник глубоко в суть Шримад Бхагаватам, и у него есть сильное желание это сделать, пожалуйста, присоединяйтесь, и вы получите огромное благо. Хари Кришна, всем успехов в этом образовании, всего доброго, мои поклоны.